что хочется уши заткнуть, и не слышно шагов у дверей, словно мир помещается в яме, то захочется вдруг умереть, для того, чтобы только взглянуть, сколько добрых, хороших людей оказались моими друзьями. Придут сквозь меня вереницами, безликими и многолицами, свободы сметая границами, запреты меня местами, мужчины с пустыми глазницами. Вокруг оглядеться бы пристально, морозцем протянет по коже чужие и самые близкие, как мы на себя не похожи. Не скажешь по первому встречному, как все обделенному лаской, что щедрое, теплое, вечное трепещет под этой маской. Немного терпения, устроим себе потепление, не станем творить преступления во мнении резком и скором. Не верьте же органам зрения, а пользуйтесь, пользуйтесь, пользуйтесь внутренним взором.